Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзук, и сегодня мы посмотрим набор новых хэллоуинских персонажей для игры Mortal Kombat Project. Персонажи созданы все тем же программистом Тёмой, который порадовал нас такими персонажами, как Кунг Фьюри и Шиборг. В общем, это 4 персонажа, такие как Джейсон Вурхис, потом Джейсон Андайинг, Рестлер Кейн и Кожаное Лицо. Мы сегодня немножко такой перезгляд на них устроим, а потом уже будет видно, если вы захотите, то какие-нибудь прохождения, возможно, мы на кого-нибудь из них сделаем полноценное. Давайте прям запустим с первого Джейсона. И пока вначале хотелось бы поблагодарить всех наших немногочисленных подписчиков Патреона за то, что поддержали наш канал в этом месяце, и благодаря им наши видосики продолжают выходить. Ну и, конечно же, зрители на Патреоне первыми посмотрят это видео. Так, ну что ж, давайте посмотрим первый взгляд на этого Джейсона. Значит, как вы поняли, да, этот Джейсон без оружия. Так, ну у него есть типа удары такие, как... Так, подождите, как что? Так, удар плечом, да? Так, стой, ты Чун Ли. И вот этот бросок вил. Есть, конечно же, фаталки, бруталки и даже типа быстрое убийство появилось такое. Ну, я не знаю, раньше ли было ли быстрое убийство в Mortal Kombat Project. Я впервые вот сейчас увидел такую фишку, как быстрое убийство. Это как бы какой-то суперудар, нужно просто вместо фатальти сделать. Так, ну, значит, что у нас он еще умеет? Захват же должен, да, какой-то уметь он делать. Есть хороший комбо с ударом руки. Так, мне надо очень близко подойти, чтобы его сделать. Так, ты что тут? Есть хороший удар такой вот вниз-вверх ножом. Ну, кстати, вот. Не получается его сделать. Ох ты, сейчас она нас отлупила, короче. Насувала Джейсону по маске, короче. Оплюх. Так, ну да ладно. Это всего лишь разминочка, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, Джейсон. Не попали. Фига себе, Чун Ли какая-то читерная тут. Офигеть. Вот, смотрите, ну-ка. Да, вот видели? Унесло ее, короче, этими вилами. То есть это вот... Это не фаталити, это фасткил называется. Ну, мы давайте примерно по пару боев посмотрим за каждую вариацию. Кстати, фаталки отличаются у Джейсона в двух вариациях. Кроме единственного фаталити, который мы посмотрим, может быть, сейчас. Кстати, ребят, в прошлых видео, может быть, вы помните, у меня были проблемы с фаталити, которые делаются на 3 раза вниз. Вот. Видимо, это было из-за геймпада, потому что на... Если это делать на клавиатуре, быстро прожать 3 раза вниз, то вроде как все нормально работает. Я сейчас попробую это сделать. Попробую сделать фаталку, которая 3 раза вниз. Так. Рейден. Так, плечом его. Так, а что у нас еще за приемы-то есть? А, еще он может лечиться, назад-назад бег. Ну вот, можете сами увидеть, да? Есть прием слэшер. Ну, кстати, он как-то еще комбиться должен, если я не ошибаюсь. Так. Давай, сдыхай, сейчас попробую 3 раза вниз. Вот, смотрите, получилось. На клавиатуре проще гораздо делать, на геймпаде почему-то стик как-то неправильно иногда считываются команды, что вот там 3 раза вниз очень часто не работало. Например, там у Шиборга не получалось у меня фаталити сделать. Здесь все нормально. Затянул в бездну, короче, да, Рейдена. Так, ну давайте сразу же переключим на другую вариацию, короче, Джейсона. Посмотрим, что он из себя представляет. Так, синглплеер. Undying. Так. Это как было в, кстати, Террадроме. Да, заставку мы сейчас смотреть не будем. То есть, если мы будем делать полное прохождение, то мы заставку посмотрим. Тут, в принципе, просто картинка и текст идет. То есть, он тут не стал запариваться с анимацией, как было вот с предыдущим персонажем. Не знаю, что будет в концовке, конечно. Может быть, там что-то будет. Ну, в принципе, это не столь важно. Главное, что есть какое-то интро, да, у персонажа, есть какая-то концовка. Это уже здорово. Это уже интересно к прохождению, скажем так. Лаус Виктори мы сделали, да? Так, тут у нас, кстати, должен топор уже кидать, да, вместо
Да, вместо вилл, короче, да? А, ну так вот, Джейсон был в Террадроме тоже в двух вариациях, если вы помните. Тоже обычный и Undying. Так как мы фаталити делаем три раза вперед. Жестко, короче. Довольно жестко, ребят. Давайте еще раз посмотрим. Какой-нибудь вариантик. У него какие-то фишки тут есть тоже, да? Тут, в принципе, не сильно отличаются у него приемы. Вот этот, например, удар плечом, вот он такой же здесь, да? Только вот отличается бросок вилл, короче, да? Тут бросок топора, ну и так какие-то некоторые еще мелочи. Ну и комбы, конечно, отличаются. Ну и фаталки. Фаталки, в общем, вот эта фаталка, которая с погружением под воду в озеро, да, она одинаковая у них. А вот остальные фаталки разные. Вот, смотрите. Жестко так он его, короче. Взял, короче, и покромсал. Флаус Виктория. Чистая победа. Фаталити. Так, ну и давайте переходим к следующим персонажам. Следующий у нас кто? Это у нас Кейн, да? Я так понял, это какой-то известный рестлер. Я, к сожалению, рестлингом не увлекаюсь. Ну да, вот по заставке видно, что это рестлер. Вот, и, по-моему, даже где-то в каком-то фильме, мне кажется, я его видел, если не ошибаюсь, про рестлинг. И вот, не знаю, честно говоря, моделька персонажа полностью смоделированная, Тёмой, или это какой-нибудь взятый из какой-то рестлинга, там, моделька выбранная. Ну, хотя, наверное, скорее всего, смоделированная все-таки. Но он какой-то немножко более здоровый, чем все остальные смотрятся. То есть какой-то такой, видимо, да, маньячный такой рестлер. Кто знает, что Кейн из себя представляет вообще, как бы, ну, пишите в комментариях, что в нем такого, как бы, да? Почему он на Хэллоуин его сделали? Так, там какие-то приемы там были у него интересные. Например, вниз вверх. Так, ну ты нам сделал. Так, что-то она оборзела. Вот, смотрите. Такой перкот мощный, да? Так, Сарина выиграла. По-моему, был какой-то фильм, типа, комедийный про рестлинг. Каждый раз забываю его название. И там, по-моему, был какой-то чувак, похожий на него. Может, его Кейн звали. А может, я ошибаюсь. В общем, ребят, жду в комментариях от знатоков. Кстати, почему у нас у Сарины зеленая кровь? Что я не понял. Это глюк какой-то. Так, что у него еще-то есть? Вперед, лоу-кик. Так, ну. А, вот телепорт, как у этих, у киборгов, короче, да? Да блин, что ж она мне? Давайте хоть как-то ее. О! Так, очень напоминает Бруталити Котелькан, кстати. Разломил, зажарил и на кости разломил. Что-то очень похоже, помните, да, Котелькан в этой версии. Так, ну давай дальше посмотрим еще что-нибудь. То есть это такой первый поверхностный смотр, ребята. Если, конечно, мы будем делать прохождение на этого персонажа, например, да, то, соответственно, там больше приемчиков посмотрим. Кстати, странно, у него всего две комбы какие-то показаны в ростере. Вот, кстати, можете посмотреть ростер. У него комбо три удара верхних и три удара ногой, короче. То есть вот странная комбо. Да, и все, больше ничего как бы вроде бы нет, не знаю. Ну вот, по 4 фаталити. Есть какие-то супер приемы, которые вместе с комбой делаются. Вот это тоже, ну, непривычно, скажем так. В общем, это все надо изучать. Так, это как у Шинок что-то борзеет. Что, блин, а? Что за фигня? Еще дразница. Так, вот это сейчас мы неплохо его отметили. 1-1. Флаус Виктори даже. Как я вот слышал, мне говорили, что есть еще для Мугена персонаж из рестлинга этот. Гробовщик, вот классный персонаж, я помню его по Рестлемании. Было очень клево за него играть.
Но я не знаю, есть он для современной вот этой версии 2.5. Так, ну что ж, так что ему сделать-то такое, чтобы он, блин. Ты что ты будешь делать? Чё? Чё он сделал? О, фаталочка. Прошиб, короче, землю и куда-то в бездну его отправил, не знаю. Довольно красиво смотрится. Кстати, у них у всех какие-то еще есть расширенные стейдж фаталити. Написано подержать вниз и бег там 3 секунды. Но, в общем, я не знаю, я это не пробовал, мне что-то не попадают с эти арены. Так, ну и давайте последнее кожаное лицо. Посмотрим. Похож он на кожаное лицо из Морталы там или из Террадрома. В принципе, должен быть похож. Костюм такой же, как напоминает стиль красотка в МКХ. Тут, кстати, тоже стойка у него есть. В Террадроме, по-моему, стойки не было у кожаного лица, вот в Mortal Kombat была стойка. То есть, походу, тут частично он из Mortal Kombat взял какие-то приемы. Так, давай, Ливер. Очень много приемов делаются на назад-вперед. Бросок урна даже. Вот. Так, вниз вверх стойка, и можно там, типа, можно побежать и вот так зарезать противника, да? Так. Так, и вот интересная тема. Смотрите, вот этого не хватало в Mortal Kombat, ребят. Кожаное лицо надело на себя лицо противника. Вот этого вот реально не хватало. Причем я не знаю, почему они это не реализовали. Шинок же может снимать лицо и одевать своего противника на себя. Почему это не может делать кожаное лицо, непонятно в Mortal Kombat. А здесь Тёма молодец, правильно сделал, что так, добавил такую фаталку. Так, ну давайте еще поединок посмотрим. Значит, что у нас там еще-то? Вперед-вниз ХП, удар здесь, да? Так. Так, это что, это ловушка какая-то, что ли? А, это пила по земле, ну да, понятно. Давай. Ливер победил. Сейчас еще одно добивание посмотрим. Так, давай. Да что ты будешь? Хм. Да ты типа захват такой, да? О, в мусорку забросил. А, это не мусорка, это что-то там. Лесопилка, да, какая-то, наверное. Типа того. Ну, в общем, все. Похоже вначале на мусорку. Вот. Вот такой прикольный фаталити, ребят. Так, ну что, на этом мы завершаем наше первое знакомство с этими персонажами, четырьмя. В общем, если захотите увидеть прохождение за кого-то из них, или за всех, или за кого-то, то пишите в комментариях, кого вы хотите увидеть. Ставьте большой палец вверх, обязательно будет много просмотров, и комментариев я сделаю за кого-то прохождение, а может и за всех, ребят. Ну что ж, на этом у меня все, с вами была Нидзука, до новых встреч!